Друзья, сегодня специально для вас Стефан покажет, как легко и просто в домашних условиях измерить процент жира в вашем мужском теле. Угу. Именно только в мужском. Да. Для женщин будет потом, значит, видео. Другое видео. Окей. Физкульт, привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер Юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fitsamba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диас и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Гипертрофия. Да. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак Фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Здравствуйте, ребята, мы здесь в Кайзер Университете Орландо. У меня здесь ученик Девин, и будем смотреть, и я буду показать легко, как определить процент жира. Это простой метод, это не самый лучший метод, но затем нормально, чтобы контролировать, как идет прогресс свои ученики. Этот, кто придумал, это Джексон и Пуллок, этот метод. Мы будем сделать метод от Джексон и Пуллок. Окей, можно посмотреть в интернете. И самый главный для мужской, мы сделаем часть. И что мы должны сделать? Только три места. Три замера. Три замера. Часть для грудь, это в середине между армпит, как сказать, армпит. Между дельтой вот и грудной мышцей. Подмышка, что ли? Да. В середине и расстоянии. Посмотри в середине. От соска до начала дельты. Да. И как берем? Ну, у твоего ученика вообще жира нет. Не. Можно, это на мне надо делать. Я можно, пример, сделать маленький кросс. Зачем делаем кросс? Мне не надо делать кросс, потому что я уже делаю 20 лет, это я сделал. Но если ты новичок, сделать кросс почему? Чтобы именно правильно ты измерял. Как сделать? Смотри, калипер, это калипер дешевле стоит интернет примерно $40-60. У меня есть научный калипер, но не надо показать вам научный калипер примерно $200-300. Но это именно если сделать исследование. Для вас это уже нормально. Чтобы отслеживать прогресс, достаточно простого такого. Не надо играть, это не игрушка. Если ты так сделаешь, потом растягивается пружинка. Потерять. И это означает, что каждые 6 месяцев надо купить новую. Не давайте детям. Нельзя. Сделаем марк. Берем с таким руком и смотри угол, который идет. Очень важно, смотрите, да, как это делать. Примерно 8 сантиметров между пальцами. Берем и самое главное надо оттянуть кожу. Оттянуть. Почему? Потому что мы хотим только жир. Только жир без мышц. Если мы так берем, это мышцы. Нельзя. Берем и сделаем. И видим, что человек... 2 миллиметра. Это 1,5 миллиметра. Очень сухой. Good condition. You're in this? Физик. Он будет выступать физик. When? End of April. Cool. А в апреле, в конце апреля будет выступать. Европа Games? Try. The amateur division. Amateur. Cool, very cool.
Это первый. Считай. 1,5. Было 1,5 миллиметра. Надо просто считать. 1,5. Первый. А второй. Второй будет на пресс. Друзья, на пресс по линии. По линии пупка. Чуть-чуть слева. Тоже сами 8 сантиметров. Берешь и оттягиваешь. Обязательно оттягивайте кожу. А теперь параллельно от пола. Всегда ровно подводите к телу коллиптор, чтобы правильно защит был. Произведен. Это 3 миллиметра. Друзья, обратите внимание на форму, и те, кто задает вопрос, есть ли ученики, занимающиеся бодибилдингом, вот как выглядят ученики Стефана, будут скоро соревнования, так что мы готовим не только... Натурально, да, посмотрите, никаких стероидов. Третий защип на ноге, то же самое, 8 сантиметров. Расслаб, релакс. Готовим не только бойцов, футболистов, но и... выступающих спортсменов. Ага. Тоже три. 3 миллиметра. А теперь что делаем? Еще месяц до соревнования, да. Человек уже в такой форме, сухой. Да. Берем, посмотрим в таблицу. Очень просто. Было 3 миллиметра, 1, 2, 3 и 1,5 от груди. Получается 6, 7,5. 7,5. How old are you? 27. Ему 27 лет. Такая посмотри. Таблица будет продаваться, друзья, вместе с коллиптором, не переживайте. 27 лет, да. и 7,5. Даже меньше. Это получается у него 2% жира сейчас. Но это тело. Просто нереально. Шоу Double Biceps. Человек очень сухой, натуральный. Back, please. В натураху, друзья, можно очень хорошо раскачаться. Yes. Очень сухой парень. Yes. Men's physique. First time? First time. Good luck, man. Он только начинает выступать, и можно легко и сделать. Обращаем внимание. Три места. Грудь. Пресс. Нога. И считает, поставит таблицу, посмотрим какой-то возраст. Все очень-очень просто. Да. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Nortrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Nortrop. Друзья, спасибо, что посмотрели, но не пропустите. В следующий раз Стефан расскажет, как легко, без специальных приборов, измерить что? Для женщин. Процент жира для женщин. Следующий а еще будет. Ты говорил, на велосипеде можем какой-то сделать. Велосипед тест. Сейчас. Велосипед. Не сейчас, это будет в следующем видео. Что они увидят в следующем видео? В следующем видео обязательно посмотреть, как сделать анаэробный порог. Как без специальной маски, без, да? Без специальной маски, как смирить анаэробный порог, покажем. Ничего себе, очень интересно. Друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях, ставьте лайки, пишите ваши вопросы в комментариях. Давай. Пока.